Всем добрый день. Я иду в Магнит Косметик. Сегодня 15 число. Поснимаю там, наверное, что-нибудь, какие скидки есть. У нас снова солнце, ветер поднялся. И лужи почти высохли. Вот, ну, там где-то глубокие лужи еще есть. Но так вот асфальт почти сухие. В общем, лил всю ночь дождь. Но погода сейчас комфортная. Тут вот она, это жидкая помада, наверное. Скидка. На палетку теней скидка. Какие тени у меня есть? Показывать, да, вы уже сами увидите, где есть скидки. Ну, вообще сегодня 15 число, на все белые ценники, наверное, 20% скидка. Ну и есть и желтые ценники. Вот здесь помада. Здесь нет скидок для бровей. Ну, лаки. Скидки. В общем, берешь два вот такой вот цены. И здесь тоже. Нет скидки, что-то так все поредило. Что это такое, я не знаю. Одной рукой неудобно открывать. На карандаши. Бритвенные станки здесь. Краска для волос 419. Это реально это. Нет, скидки. На палет.
Тоника. Холодный блонд. Что это здесь? Палет. Оттеночный бальзам для волос. Может быть, даже стоит взять это все. Это холодный блонд, это платиновый блонд. Платиновый блонд. 199 рублей. Нам надо взять. Так, здесь вот эти вот домики. Скрабики. Скрабы тоже можно взять для лица. Блин, что это тут такое? Масочки есть, скидки. Тканевые маски. Это вот тканевая маска. Корейская. Надо ее тоже приобрести. Что тут в ней такое? Последняя маска осталась. Что она делает? Увлажняющая маска. Ну, с медом, да, тут пчелка рисована. На эти скидка. Ну, в общем-то, есть там, наверное, там блеск как-то волос. Это что? Воск мужской для укладки волос. Для укладки волос. Я вас нашла.
ботинки. Здесь. Я, по-моему, я не показывала еще. Так, а здесь что-то ну все, вышла я из Магнит Косметик, кое-что купила. Ну, на улице классная погода, солнце светит, а лучше, конечно, ну, после дождя так-то комфортно. Очень хорошо. Дышится совсем по-другому. Асфальт все помыло, всю грязь, всю пыль смыло здесь. Все-таки дождя надо было. Дождь, так это добросовестно все пролил. Сейчас покажу, какие у нас тут лужи. Вот там море разливанное. Ну а здесь асфальты уже все сухие. Столько не было дождя, что земля все впитывает в себя моментально. Вот, а сейчас еще и ветер, так что все высохнет быстро. Ну вот, дорогие друзья, я пришла из магазина. Буду погромче говорить, потому что печенюшки у меня здесь. Бутылочка с водой всегда с собой таскаю. Уберу с экрана, да? А что я купила? Вот этот вот бальзам платиновый блонд купила для волос. Попробую. Мелко написано, не знаю, что там и как. Ну, вот такой вот бальзамчик Палет Шварцкопф. Платиновый для поддержания цвета. Вот. Ни разу я не видела и не брала, ничего не могу сказать. Что там внутри? Ну, вот такой вот он, синий какой-то, но написано платиновый. Там был пепельный, был холодный блонд. Ну, вот я такой вот взяла платиновый. Попробуем, надо прочитать инструкцию, как и что его наносить. Взяла вот такую маску, которую я показывала с медом. Ну, тканевая, на этот раз тканевая. Тоже вот хорошо, если ее не нужно потом умываться. Хотя у меня тоже вот после тканевых масок все равно лицо какое-то липкое, и мне хочется умыться. Не знаю. Ну, разные, конечно, маски, не знаю, какая-то это будет. Но вот тоже мне что-то вот на лице уже как-то мешает и хочется все равно смыть. И что еще я купила? Вот такую вот массажную мочалку. Я все губками пользуюсь. И решила я себе взять вот такой вот массаж. У меня была какая-то вот натуральная, но мне что-то она так не нравилась. А это вот, вот она здесь вот так подвешивается. Это вместо губки. Вот такая. Ну, она вот с такими не ворсинками, а как петельки такие. А то губка, она как-то быстро уже из строя выходит. Вот. Это получилось... так, 99... Ну, 100 рублей. 100 рублей. Это маска тоже 100 рублей. И вот это вот 200. 200 с чем-то, по-моему, да. Так. А вот это вот 112, вот эта мочалочка, она со скидкой получилась 112. Ну, а эти были по акции уже по желтым ценникам, то есть 99,99. Ну, 100 рублей, без рубля 100, а вот это без рубля 200. Вот такие были мои покупки. Спасибо, кто был со мной, посмотрели мое видео. Спасибо за приятные, хорошие комментарии, которые от вас поступают. Мне очень приятно,
что есть такие добрые люди, что ждут мои видео. И я уже вам стала как родная, даже так сказали. Ну, большое вам спасибо за добрые слова. Всем пока-пока.